Маш, ну ты как? Держишься? Ой, с трудом. С трудом. Оля, ну иди сфоткайся. Зачем? Ты что-то приходила. Короче. Короче, вечер теплый. Да, крыша прекрасная. Вид супер. Завтра. Музыка романтичная. Какой день-то завтра? Ой, завтра день имени Михаила Шуфутинского. Переверну и снова 3 сентября. Вот. А, кстати, можно тоже в джазовом, да, ключе исполнить. Вообще, Елена, что для вас джаз? Джаз, друзья, в первую очередь, это, конечно же, свобода и импровизация. Иногда ты не знаешь, как у тебя повернется выступление, когда играешь с джазовыми музыкантами, и как прозвучит та или иная песня. Например, сегодня я была очень удивлена тому, что играла с аккордеоном. Это был, честно говоря, первый опыт в моей джазовой жизни. Красиво, красиво. Ну что, если мы поговорили про импровизацию, может быть, вот прямо сейчас здесь, может быть, акустика нам поможет, сделаем красивую импровизацию. Только я что-то не помню вот слов. Я календарь. Вот это я помню, переверну, и снова 3 сентября. А нам больше не надо, дальше, наверное. На фото я твою взгляну, и снова 3 сентября. Я календарь переверну, и снова 3 сентября. На фото я твое взгляну, и снова 3 сентября. Но почему? Я не помню. А вы этому специально учились? Ну, вот как бы именно вокалу в джазовой манере. Конечно, да, у меня образование, да. То есть это не самоучкой не получится так спеть, нет, да? Сложно? Ну, нет, бывают талантливые люди, конечно же, которые нигде не учились. Собственно, как первые вообще в истории джазмена, настоящие, аутентичные в Америке, да, прошлого столетия, они не учились. Также и сейчас есть талантливые люди от природы. Но, конечно, профессиональные музыканты, с которыми мы играем, и которые в основном представляют джазовую сцену, они... А вот музыка, она за певцом или певец за музыкой? В джазе именно, или как это? Слушайте, это такое взаимодействие... Хороший вопрос, потому что в классике они очень слушают солиста, да, классического. В джазе это такая... Это очень сильное взаимодействие, когда все должны слушать. Понятно. А вот когда вы с незнакомым, это с незнакомыми музыкантами, это сложнее, нормально. Это нормально, да? А привыкаешь, да. Ну, прям вы вот первую секунду вы привыкли. Ну да, ну одного я знала из них, двух. Кстати, но это не имеет значения, потому что да, все сложилось бы по-любому. Вот хочется перевести тему. Вот мы говорили в джазе. В джазе только девушки. Кстати, я никогда не слышала вокалиста мужчину в джазе. А есть. Сегодня был с Халком. Ну, кроме там Фрэнка Синатра, да, он, по-моему. Фрэнк Синатра, их очень много. Фрэнк Синатра, Дин Мартин. Господи. Ну, в общем, вот такого порядка. Нет такого, что это все-таки больше женский вокал. Больше женский вокал. Больше женский. Да, они, мужчины, они навес золота. Вот женщины все-таки гибче. Вот гибче женщины, да, и быстрее спиваются сразу с мужчиной. Да. Да, да. Мужчина, он все костный. Да? Да, персонаж такой. В общем, у нас свои. А женщина еще очень восхитительно красивая. Благодарю. Да. Давайте воздушный поцелуй по традиции нашим подписчикам. Пожелаем прекрасного сентября, 3-го, 4-го, 28-го тоже. И до встречи на крышах с джазом. И под крышами тоже, и прошу. Под крышами тоже. Воздушный поцелуй, 1, 2, 3. Нам вас отдали ровно на 5 минут, девушки. Все, а уже 4 осталось, да?
Ну что ж, это потрясающая встреча, потрясающий вечер, потрясающая теплая осень. И с нами, между прочим, Сергей Проханов. И это же наш любимый усатый нянь. Вы извините, что я именно усатый нянь. Я еще знал Демьяненко, который был Шурик, и Варлей, который была кавказская пленница. Поэтому мы получили самые большие звания. А я усатый нянь. Паночка еще была она. Я была влюблена в усатого няня. Это было какое-то невероятное обаяние. Докажите! Я не могла даже себе представить, что когда-нибудь я поцелую этого красавчика, этого усатого няня. Такого обаяния. Усы поправлю. Без усов вам лучше, Сергей Борисович. Правда? А еще и без живота. А мы живот не снимаем. Не реагируем. И вообще, мы его не видим, и вообще же... В чем интервью-то? Интервью в том, что мы хотим поговорить с вами о джазе. Джаз на крыше. Как вам мероприятие? Как вам Ольга Герчакова? Вообще, часто ли бываете? Что скажете? Джаз терпеть не могу, но Ольгу Герчакову обожаю. И мы. Честно скажу, правда, я не люблю джаз. У нас много общего. Нет, когда вот мягенько так люблю еще, когда эти саксофоны дуют, и вообще это не мое. Вот. А когда вот Ольга вышла, у нее какой-то мягкий, хороший, проникновенный такой, хрипатенький голос такой, прям проникает куда надо. И после этого хочется общаться с женщинами, такими, как вы. Как было тихо. Девушки, дорогие, любите нас, делайте что хотите, мужиков не отпускайте. Целуйте их в любое место. Щечки, бочки, ниже, туда-сюда. Все равно. Главное, чтобы вы были вместе, и мужик не ушел в другое царство. Ненужное. Не нужно отпускать. Золотые слова от самого харизматичного актера и режиссера нашего кинематографа и театра. Да. Спасибо. Давайте. Браво, давайте. Воздушный поцелуй. Да, давайте. Раз, два, три. Они вдвоем сядут, да? А мы присядем. На самом деле мы можем и на коленке, с нас достанет. Прекрасно, смотрите. Да. У вас же канал независимый, да? Там было... вообще, все, так, можно все. Раз, и сегодня джаз на крыше. Как вам вообще понравилось? Чрезвычайно. Частенько посещаете такие мероприятия? Ну, раньше я часто ходил на концерты, но более тяжелой музыки я предпочитаю. Насколько тяжелый? Сильно тяжелый, но джаз я всегда любил. И не так хорошо в нем разбираюсь, но люблю его слушать. Ага. Поэтому с удовольствием всегда прихожу, когда меня зовут. Вот сегодня по приглашению Ольги я попал и был приятно удивлен. Ну, вы выглядите как творческая натура. Признавайтесь, чем занимаетесь. Я актер по профессии. Помимо этого, я автор книги о театре, которая вышла в издательстве АСТ, ну, уже почти 10 лет назад, в 2016 году. Неплохо. Можете ее купить еще на Озоне. Занимаюсь музыкой немного, фламенко-гитарой, и планирую писать сценарии. Я сейчас пишу две пьесы, по своей книге одна из них, но пока они не закончены, для театра. А пьесы на какую тематику? Ну, по одной, по моей книге, это про... Я писал книгу о теневой стороне театра. Я начал работать в театре как разнорабочий. То есть я знаю, как создается спектакль с первого гвоздя и до премьеры спектакля. А вы опасный человек, хочется сказать. Да. У меня много вопросов накопилось. Я сижу, пытаюсь посчитать, сколько вам лет. Если 10 лет назад вы уже что-то знали о театре, то... Я скажу, я как актер, я должен свой возраст говорить. Однозначно. Мне 39 лет.
Это театр вас так сохранил в такой шикарной форме. Может быть, всем нам нужно туда? Видимо, профессия дает... Подпитывает. Ну, меня, знаешь, вот, что я сейчас подумал, у актрис все наоборот очень часто бывает. То есть они возраст свой уменьшают, снижают. Просто иногда ты смотришь, я уже тоже представлюсь, я режиссер, нельзя сказать, что очень много чего снял, но все-таки режиссер. Зовут меня Алексей. И иногда тебе приходит какая-то анкета или там самопроба, еще что-то, ты смотришь, а заявка была там 25-30 лет. Mm-hmm. Тебе приходит девушка, и она пишет, что ей там 25 или там 30, mm-hmm. то есть она попадает. Но ты не можешь понять, ну выглядит-то она на 40 там с гаком. И потом выясняешь, что ей действительно 40 с гаком, да. То есть она выглядит на свой возраст. То есть женщины наоборот, они актрисы. Ну, бывают, не все, конечно. Не все. Но все равно же это выясняется потом, когда ты ее видишь вживую. Ну да, и когда, особенно когда вот если играли девочек, вот, ну, mm-hmm. играли там с малолетства, играли mm-hmm. там с 10 лет, ты смотришь фильм, там, я не знаю, 70-го года выпуска, ей там 10 лет, ну, 10 уже точно понятно, ну, хорошо, 9, ну, 11, ну, там уже сильно не ошибешься. Да, а сейчас ей 30, понимаешь? И она дело, все да. еще играет девочек. Ей 30 сейчас. Вообще, как к шансону относится к Михаилу, к 3 сентября что-то вообще ёкает? Ну, шансон – это немножко другое. Вообще другое. Шансон – это французское, ну, Эдит Пиаф, да, Жо Дассен, mm-hmm. вот это шансон классический. А ну, у нас это немножко болотняк. Не будем Михаила обижать. Не будем. Я не близок, мне не близко творчество Михаила Шуфутинского, но поскольку вся Россия отмечает 3 сентября... Готовы? Я как бы уже готовлюсь, да. Календарь переворачивать, да? Давайте споем. Споем Шуфутинского? Споем чуть-чуть. Я в детстве знал весь репертуар Шуфутинского, именно того времени, а сейчас я не знаю песню 3 сентября. И... Да? Календарь переверну, и снова 3 сентября. Да, да, теперь знаю. Да, на фото я. Теперь вас обогатили этим знанием. Мне кажется, достаточно. Уважаемые прекрасные дамы, поздравляю вас с началом осени. Это прекрасный золотой сезон, который принесет нам много теплых дней, радости. И приходите на спектакли, смотрите хорошее кино, слушайте хорошую музыку. Любви вам, счастья и прекрасной жизни. Ура! И читайте книги. И читайте хорошие книги. Девушки, я поздравляю вас с чем? С 3 сентября. Явно совершенно это очевидно. Вот, мне очень понравилось название этого канала. Баби. А вы поняли, да, что это игра слов? Бэби, баби, да, баблгам. Баблгам, это жвачка. Да, жвачка баблгам, и в то же время бабигам, это когда мы галдим. Да, женский шум. Мне вот так здорово. Вот показалось. Творческий человек сразу разгадал наши смыслы неоднозначные. Девушки, ура. Спасибо, ребята, спасибо. Отлично. Девочки, вы в кадре. Смотрите, какая красотка. Мы сразу стилизация. Да, все, это просто здорово. Мята.